привет! С вами Ольга Сергеева. Сегодня мы начинаем программу «Кинотрафик». В этой программе мы будем рассказывать вам о новостях проката Смоленска, а также о старых фильмах, которые достойны вашего внимания. И, конечно же, о сериалах. Главный фильм этой недели, конечно же, скандальная мелодрама Алексея Учителя «Матильда». Это многострадальная история романтических взаимоотношений наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской. Это вы никогда не сможете забыть меня. Я люблю тебя. Выход фильма на экраны стал предметом ожесточенной общественной полемики. Создатели фильма получали угрозы, были факты реального причинения материального ущерба кинотеатрам. Но несмотря ни на что, 26 октября фильм «Матильда» вышел на смоленские экраны, и мы приглашаем вас посмотреть эту картину. А в киноклубе «Трафик» на Твардовского 13, 5 ноября в 18:00 мы будем обсуждать этот фильм все вместе. Праздником Хэллоуин в качестве фильма недели мы выбрали картину Дэвида Лоури «История призрака». Мы привыкли, что кино о призраках – это всегда хоррор. Но в данном случае режиссер нам рассказывает настоящую философскую притчу. История о безвременно умершем мужчине, который не ушел в мир иной, а остался привязан к своему бывшему дому до скончания веков. Но на это у него была причина. В главных ролях в фильме снялся Кейси Эффлек и Руни Мара. Фильм задается глубочайшим из всех вопросов, есть ли вообще причина у кого-то из нас существовать. И в заключение я расскажу вам о сериале «Рассказ служанки». Именно он получил в 2017 году главный приз Эмми. Этот сериал был снят по роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. А в главной роли в нем снялась Элизабет Мосс. Действие сериала происходит в будущем, в вымышленном тоталитарном государстве, которое находится в постоянном состоянии войны. В будущем только одна из 100 женщин способна иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где и готовят к исполнению единственной функции – зачатию и рождению детей. Главная героиня является одной из таких женщин. Именно о ней эта история. Сериал потрясает и заставляет нас глубоко задуматься обо всем происходящем вокруг. А с ноября в киноклубе «Трафик» мы начинаем смотреть его с обсуждениями. А еще в смоленском прокате хоррор «Пила 8». Нет, совсем не жутко. Детский мульт «Мы монстры». Ничего нового. Боевик «Шанхайский перевозчик» с Орландо Блумом. Так он еще жив? Почти. И фантастический боевик Skyline 2. Мы защищаем туннели каждый день. А на этой неделе у меня все. С вами была Ольга Сергеева и Первый Смоленский. Смотрите хорошее кино и становитесь лучше. Пока.